Вот такими. Мы их встретили в марте 85 года у гостиницы «Россия», когда Симеоны прилетели в Москву на Дни культуры Иркутской области. То был год их взлета. Сейчас вы увидите снятый в то время фильм. Мог ли кто-нибудь подумать, что все так трагически обернется? Василий убьет мать, покончит с собой. Дмитрий слева убьет стюардессу, покончит с собой. Олег покончит с собой. Саша с контрабасом покончит с собой. Игорь попадет в тюрьму. Миша чудом спасется. Сережу ранят. Мать, Нинель Сергеевна, вы уже знаете, что с ней случилось.